Добрый вечер, уважаемые друзья! В эфире Конфа 18. Прошло не так много времени, как мы вот последний раз выходили в эфир с первым рыцарем на тему Квизап. Но за это время тоже произошло несколько таких значимых событий. Но начнем с того, что на днях, вот, то есть вчера в 19:00, всеми известному каналу, ранее известному как Телевид, Медиасфера-1, ТСРвид, надо сказать, ну и сейчас носящим гордое название Микс, исполнилось 6 лет, с чем мы его поздравляем, разумеется. Ну, а на канале СЛС в это время проходят тематические недели. Я напоминаю вам. И героем, как уже было сказано, одной из тематических недель станет интернет-канал Stream, недавно почивший. Недавно почивший, прошу прощения. Да. Надо ведь сказать, что были у Стрима кое-какие проекты, которые он не успел воплотить в жизнь, но которые, думаю, стоят того. И жаль, что они не увидели свет, но СЛС, как партнер Стрима, идет навстречу. И сегодня вечером в 10 часов по московскому времени вечером вы, дай бог, увидите первый полуфинал музыкального конкурса Евровидения, проходящем в Австрии, в городе Вена. Собственно, сейчас мы обратимся в закулисье и мы зададим несколько вопросов людям, которые, собственно, отвечают за эту всю кухню, Да, здравствуйте. которая будет озвучивать эту трансляцию. Собственно, мы сейчас им зададим свои вопросы. Да, мы их выведем, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сейчас Добрый вот вечер. вам слово. Да. Я что-то перепутал, да. Как всегда. Ой, черный экран. Пожалуй, включу свою веб-камеру. Вот так. Нет. Да мне проще будет. Так. Потому что я все это как бы организовываю, это все делаю, так что страна должна знать меня в лицо. Да. Ну, Вот и собственно, второй комментатор. главный Да. герой всего этого действия Дмитрий Трофимов. Вот, ну и не забываем про таких людей, как да, Роман Трансов, да, и Федор Кусков. Да, ну Федор тут был по большей части, скорее всего, финал будет комментировать, а Роман будет комментировать и финал, скорее всего, и 21 мая единолично будет комментировать второй полуфинал. Сегодня же, 19 мая, вся ответственность ложится на меня, как на комментатора, собственно говоря, всего этого действия. Тем более, что от России, как вы все прекрасно знаете, Россия сегодня участвует в первом полуфинале. Будет принимать участие, конечно же, Полина Гагарина. Болеем за нее, желаем ей успехов. Да, разумеется. Но Вот. вообще, вот вы поинтервьюирую вас немного. Вы ведь знакомы вот с, допустим, самой историей этого конкурса Евровидения? Что это вообще такое? Вот. Конечно, знаете ли, с 1956 года этот конкурс, разумеется, в Европейском Союзе присутствует, собственно говоря, и принимали, по-моему, даже участие не только страны Европейского Союза, и не Европейского вещательного союза, уточню, потому что, допустим, в этом году принимает участие, которое вообще не находится в Европейском вещательном союзе, насколько мне известно. Тем не менее, в общем-то, знаю, что этот конкурс 1956 года в Швейцарии начался. Вот. Насчет остальных я не знаю.
Знают ли они историю этого конкурса? Знаю лишь только то, что мы начали, ну, именно наша страна, Россия, началась с 1994 года, если есть люди, которые жили, ну, или родились до 1990-х годов, там, которые еще помнят вообще себя в СССР, как говорится, они могут, наверное, вспомнить тот конкурс песни Евровидения, в котором принимал участие Мария Кац или Юдив, собственно говоря. Вот. А также знаю, что принимали участие еще и Пугачева с Киркоровым, которые заняли там чуть ли не самые последние строчки в финале конкурса Евровидения. Вот. В принципе, все, что я могу еще сказать. Я вот слежу за чатом своего телефона, и если что, прошу прощения за какие-то, за какие-либо технические неполадки, за то, что у меня какие-то такие эффекты фикции бывают. Ну и за лаги, я надеюсь, что хотя бы на записи все будет хорошо. Вот Кирилл Хлопин пишет: у Полины очень хорошая песня, но она не победит исключительно по политическим причинам. Вот согласны ли вы с этим? Да. Ну, знаете, может быть, финал и выйдет, насколько мне известно. Ну, постоянно в финал мы выходили, и даже и по политическим причинам. Насчет победы я, честно говоря, просто надеюсь на победу, а там уже как получится. Но, скорее всего, опять же, сейчас эти политические неурядицы... Потому что все мы прекрасно понимаем, что этот конкурс, он в главной части музыкальный, но и по большей части там тоже политика как-то влияет на это все. Вот. А так, в принципе, просто надеюсь на то, что сегодня случится чудо, и Полина Гагарина просто-напросто победит. Хотя бы выйдет, победит в первом полуфинале, я имею в виду. Насчет финала я пока что не могу ничего говорить, хотя по некоторым данным Полина Гагарина находится в 12 лучших исполнителей первого полуфинала, по-моему, или вообще всего Евровидения. Вот. Что еще могу сказать по поводу этого? В общем, думаю, что все-таки есть какая-то надежда все-таки на это. Товарищ Лопин еще написал, вот, что ему понравились песни от конкурсантов из Чехии и Сан-Марино. Но посмотрим, какие у них будут позиции. Ну вот, вообще я могу сказать, что я лично, к сожалению, человек не так сильно интересующийся Евровидением. Даже я бы сказал, вот совсем не интересующийся, но я знаю про такой факт, что на предыдущем Евровидении, на котором вот как раз выступали, если не ошибаюсь, сестры Толмачёвы, так? Да, да. Вот да. Нас освистали. Да. Кстати говоря, по поводу этого была новость, которую кидал Иннокентий Беляев в нашу конференцию ВКонтакте, конференцию организаторскую СЛС, и я должен вот это сейчас найти, интересную информацию, что Полина Гагарина будет защищена от нападок зрителей или от свистов, потому что она будет в наушниках, как вот я сейчас, только в таких, видно, вкладышах, в оба уха. То есть, если раньше кто-то в одно ухо, да, то сцена не позволяет просто-напросто. И вообще строение Винерштадтхалле, где проходит конкурс, будет проходить конкурс песни Евровидения в Австрии, Вена, она говорит, что по техническим требованиям ей нужно петь в двух ушах. Наушники личные заливаются индивидуально под ухо. Обычно она дает концерты с одним ухом, чтобы иметь возможность слышать зал и чувствовать обратную энергию. А здесь не получится, потому что звук рикошетит с другой стороны арены. И это мешает исполнителю, поэтому здесь все будут петь в двух ушах. Ну, все звучит только у нее в голове. Поэтому она не услышит, даже если кто-то будет свистать, скажем так, всех наверх. Вот.
сама Полина Гагарина говорит, что она надеется, что зрители все-таки будут более-менее толерантны в этом отношении. И как рассказал тоже русская служба новостей, есть специалист по связям с общественностью Евровидения Ярма Сим, в этом году они проработали несколько вариантов на случай повторения свиста, как вот в прошлом году свистали сестер Толмачевых. Какие именно варианты придуманы и когда примут решение об их использовании, представитель конкурса не ответил, однако Сим уточнил, что в ЕВС, Европейском вещательном союзе, обратили внимание на свист публики в Копенгагене и в Лондоне. Они рассматривают реакцию аудитории в прошлом году как несоответствующую духу конкурса, а в этом году под девизом Евровидения как Building Bridges, да, возводя мосты, в общем-то, по-русски, мы верим, что аудитория будет настроена на диалог и на возведение мостов таким. Однако в качестве контрмер в этом году рассматриваются, в частности, записанные аплодисменты, если все-таки будет такое. Во время репетиции первого полуфинала режиссер использовал записи оваций разной громкости, чтобы подобрать оптимальный вариант. Вот так вот. В общем-то, какие-то меры все-таки будут приниматься, как уже известно. Видео с репетицией второй уже имеется, и я не заметил, чтобы Полина выступала в наушниках. Но поживем увидим, как говорят. Но знаете, насчет политики и музыки, я вообще хочу сказать следующее. Политика и музыка не пересекаются точно так же, как политика и спорт. Так что политика и какое-нибудь другое направление, так сказать, деятельности человека не может ни в коем образом пересекаться, особенно если это спорт и такое дело, как, например, футбол, хоккей или прочее. Просто вспомнить вот как раз-таки вот этот вот свист из-за того, что на нас начали думать, все, раз в Украине Майдан, то Россия плохая, надо ее на конкурсе освистать. То же самое на футболе в Черногории. Россия плохая, надо подгадить нашей как-нибудь команде и нагадили нашему вратарю. А что же будет дальше? Будет тот же свист или все-таки будут следить за этим? Никто не может ответить на этот вопрос, но в принципе, даже если будет очередной свист, то зрители Европы и даже гости, которые в самом зрительном на самой арене музыкальные располагаются, они проявят себя как очень негостеприимные жители. В Копенгагене это уже, конечно, было показано, но, в принципе, там не только жители самого Копенгагена, но и других стран и городов мира. Но все же жители самого города и гости этого города показали, что они не особо гостеприимны, к сожалению. И, конечно, немного отходя от темы, нас попросили зачитать одну новость. Пожалуйста. В этот вторник вечером в одной из московских больниц в результате продолжительной болезни на 69-м году жизни скончался любимый телевизионный ведущий «Песни года», актер театра и кино Евгений Меньшов. Скорбную новость «Комсомольской правде» подтвердила его жена, телеведущая Ольга Грозная, не сдерживая слезы. «Помним, любим, скорбим». Да, действительно, вот такие вот не очень хорошие новости у нас вот в преддверии такого события. Ну, тем не менее, трансляции есть трансляции. Вот тут задают вопрос по поводу моего оборудования. Я скажу, что вот оно не менялось. Это еще с ноября 2014 года, но это мелочи. Что называется. Так. Продолжим. Что тут Александра Котова пишет? Интересные песни или сама политизированность? По мне, все-таки мне нравится больше песни слушать, чем все-таки обращать внимание на всю эту политическую
я не знаю, как даже это выразить словами, но на все это политическое влияние в Евровидении, как бы так говорить. Вообще, как уже Рома сказал, Евровидение и политика вообще не должны пересекаться. Но, опять же, почему-то, как сказал Федор тут у нас в скайп-конференции, они пересекаются. И, опять же, никто с этим ничего не может сделать, к сожалению. Я бы задала себе такой вопрос. А на кого вы ставите? Кого считаете фаворитом? Я не могу пока выделять фаворитов. Я послушал, наверное, все-таки несколько песен. Ну, наверное, ну, вот хороший такой сильный голос у сербской исполнительницы Баяна Стаменов. Еще неплохо, на мой взгляд, спели белорусы Юзари и Маймуна. А по поводу остальных, я не знаю, может, еще шведы. Но Зелмирлёв, опять же, я не хочу на шведов, потому что тут на соседнем интернет-канале, видно, за них будет один из комментаторов болеть так активно, но это во втором финале. Сегодня их, к счастью, не будет. Вот. Ну и, в принципе, все. Насчет Австралии я вообще вряд ли уверен, что они в финале победят. Австралия вообще первый и последний раз, скорее всего, принимает участие, как было известно по информации с сайта Википедии. По информации с Википедии, Австралия примет участие в следующем конкурсе только да, в случае она будет как страна-хозяйка. В случае победы она будет как страна-хозяйка, но конкурс будет проходить в европейской стране. Вот так. Вот так. Еще такая забавная картинка. Вот пришла Даниила Анишина, секрет победы — выйти босиком и посидеть на сцене. Вот я, к сожалению, не вспомню просто вот из вот какого это года выступления. Смотрите, подождите, я... Ладно. Подожди, Ром, я сейчас скажу. Я скажу, из какого это года. Значит, у нас шведы победили в 2011 году. Билан, естественно, в 2008 году. В 2012. Хорошо, ошибся. Ну и, конечно, в 2013... Не, подожди. В 2012 году победили азербайджанцы. И именно в Баку выиграла, конечно же, датчанка Эмили де Форест. Ну, я, впрочем, знаю немножечко уже историю Евровидения. Эмили де Форест в 2013 году выиграла, а да. Ларин как раз-таки в 2012. Как быстро летит время. Короче, быстро летит время. Я точно не знаю, что вам в 2008 году победил. Я в Баку и все-таки выделил для себя собственный секрет успеха на Евровидении. Заснуть на песне, и она окажется победителем. Как со мной случилось как раз-таки на Евровидении 2012, во время финала. Я заснул на У тебя получилось заснуть во время Евровидения 2014, когда ты комментировал все это на НТК. И потом подключился Максим Майоров к этому ко всему и победил. Меня австрийка... начали гнать спать просто-напросто. И выиграл австрийко, я не знаю, как его назвать. Я вообще-то не после австрийца свалил. Я вроде еще комментировал баллы, так что не надо мне тут. Можете пересмотреть еще раз запись. Да, кстати, запись доступна в группе SLS в комментариях к посту о последнем проекте стрима. Хотя я не знаю, почему Кеша все-таки выделил это как проект стрима, хотя это просто всего лишь навсего ретрансляция всего этого дела. Может, он вообще, я могу сказать, имел в виду другое. Но по поводу того, что заснуть посреди песни, я лично скажу, что лучше бы засыпал не солист. Это вот самое главное, да. Ну, кстати, в принципе, я тут опять-таки нарылся на информацию в Википедии насчет фаворитов. И по данным европейских организации фанатов Евровидения, в пятерку лидеров входят, сейчас помню, Италия, Швеция, Словения, Норвегия и, по-моему, Финляндия. Я перепроверю еще раз, попробую, по крайней мере, перепроверить.
Вроде бы да. По крайней мере, первое место отдают итальянцам. И я знаю, я в принципе согласен с фанатами Евровидения, потому что итальянская песня «Grande Amore» довольно мощная, очень даже мощная. И тем более результат, по-моему, они предсказывают 373 балла, что в принципе довольно высокий результат. Да. Да, уж. Так, ладно. Вот нам все-таки Даниил Анишин дает такую хронологию. Вот в 2013, Эмили де Форест, в 2012 Лорин, как? Ларин. Ларин. В 2011 Азера. Это как? Это уже вот бакинцы или кто это? Вот в чем минус того, что я мало все-таки слежу за Евровидением? Вот я начинаю все забывать. Вот как раз уточненная информация насчет пятерки фаворитов. Италия с песней «Grande Amore» исполнителем Ильвова на первом месте будет по данным организации фанатов Евровидения с результатом 367 баллов. На втором месте Швейцария, Монз Зермлёв с песней Heroes, и результат его 338 баллов. Дальше со значительным отставанием следует Эстония, Goodbye to Yesterday, это Элина Борн и Стинг Ряста, ее будут исполнять, у них будет 274 балла, как они прогнозируют. И замыкает пятерку Норвегия с песней A Monster Like Me, исполняет которую Мерлан и Дебра Скарлетт, у них 243 балла, и у Словении с песней Hair for You, которая исполняет Марайя, будет результат в 228 баллов. 228, какое совпадение. Да, действительно. Вот такой вот результат. Немного, так сказать, символичный. Ну, вообще, я не знаю, как по вашим часам, но вот по мне так до такого события уже остается 5 минут. Ну да, у нас, по крайней мере, уже 15 секунд. Андрей, я так понимаю, вы будете режиссировать все это дело сегодня? Не, вот, режиссировать это дело будет Иннокентий Беляев. Внезапно. Да-да-да. Но мое дело вот задать вам несколько вопросиков вот, в эфире Конфы 18, но вот она подходит к концу. Вообще, ваши пожелания зрителям этого проекта? Ну, что я могу пожелать? Зрители, смотрите. Не блеваните, как в прошлом году, от Кончиты. Ой, ужас. А я что могу пожелать? Я могу пожелать просто смотреть, слушать замечательные комментарии от наших, собственно говоря, коллег. И, конечно же, сегодня болеть за Полину Гагарину, которая сегодня, кстати, будет выступать под номером 12. Я еще скажу от себя, болеем за наших белорусских братьев, которые будут выступать под номером 11. Да, Юзари и Маймуна. Вот, собственно говоря, просто у нас не только смотрят россияне, но и также белорусы, поэтому да, действительно. Конечно, чтобы Украина приняла участие в этом конкурсе, но она отказалась в последний момент. Из-за политических проблем и из-за того, что у них не хватает финансирования на все это. Знаешь, Ром, я бы очень удивился, если бы Украина согласилась принять участие в Евровидении 2015. Очень удивился. По крайней мере, хоть когда-то Украина с нынешним правительством начала принимать правильные решения. Это уже обнадеживает. Пожалуйста. Да, но вот по поводу Украины, думаю, вот все-таки помнят люди вот о таком 2015
седьмой или восьмой год был, когда за Украину выступал Андрей Данилко, он же Верка Сердючка. Это вот это к слову о тех самых кончитах от Австрии. Тут мне один человек напомнил еще о каких-то о какой-то группе Систерс, по-моему, тоже принимали участие в Евровидении, тоже типа мужики переодетые. В 99-м году выступала представительница, не помню какой страны, с песней «Дива Мария». Да, да, я конечно, прекрасно. Да. «Дива Мария». А я 98-й, Дана Интернешнл, Израиль. А вот что я хочу сказать еще. Мой кот тоже будет смотреть Евровидение. Спроси у кота, за кого он болеет. А давайте поставим это, как Эсмину Паули. Кто выиграет Евровидение? Причем Швецию и Россию. Давайте, как Дмитрий Губерниев, скажем, Россия вперед! И да, и надеемся, что Полину Гагарину... Извиняюсь. Да, что Полину Ладно, Гагарину... Я, конечно, извиняюсь, но Россия вперед. Но я не хочу орать, потому что у нас уже... Я тоже не хочу орать. Ну да. Патриотизм патриотизмом, но все-таки надеемся, что Полину Гагарину вытянет ее талант, голос, песня, а не только ее такая необычная фамилия. Да. И насчет зрелищности. Мы ждем зрелищ, мать вашу! Да, обязательно. Большое спасибо вот нашим гостям студии Конфу 18. Это Дмитрий Трофимов, Роман Транцев, ну и наблюдавших, собственно, за данным действом Иннокентием Беляевым и Федором Кусковым. Ну, а я, Андрей Багров, ведущий этого коротенького получасового эфира, с вами прощаюсь. Я желаю удачи команде бывшего канала Stream, которая все-таки получила шанс на то, чтобы вывести трансляцию Евровидения 2015 года в эфир. Как сказали ранее, ждем зрелищ. До скорого! Да. А с вами я еще услышусь сегодня и увижусь. Угу. Обязательно. Так что, ладно, спасибо. Скорого. Угу.